Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Сотрудники пограничной полиции совместно с прокуратурой Бричанского района пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась контрабандой автозапчастей. По информации пограничной полиции, на протяжении нескольких лет группа людей приобретала в большом количестве автозапчасти в Польше, а затем преступным путем возила их на территорию Республики Молдова, где они продавали. Все запчасти провозили в страну незаконно и по хорошо отработанному маршруту Польша, Украина, Республика Молдова. В результате проведения ряда специальных мероприятий была установлена личности лидера группировки, которым оказался 46-летний житель Аргеевского района. Сообщниками мужчины были еще 4 гражданина Молдовы, каждый из которых выполнял четко определенную роль. Члены группировки договаривались с владельцами автомастерских и получали от них заказы на определенные автозапчасти, которые затем приобретали на рынках Польши. Договорившись с водителями грузовиков, они прятали незаконный товар в этих машинах. Затем он ввозился в Молдову через КПП Крива Мамалига. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить конечных получателей товара. Также были задержаны члены группировки, в том числе их лидер. В ходе проведенных обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли мобильные телефоны около 3000 евро, записи с учетом незаконно полученного товара, а также большое количество автозапчастей, среди которых двери, капоты, бамперы, фары, зеркала и другие запчасти. Всего было изъято около 400 единиц. Также на КПП Крива Мамалига в ходе проверки грузовика обнаружили большое количество запчастей, кузов, фары, двери, автомобильные крылья и другие детали. Общая сумма обнаруженного товара составляет около 1 миллиона леев. Задержанным грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет.